Напишем птичку от пятна. Возьмите розовый, коричневый, синий и белый. Чистым розовым закрасьте вот такое пятно, похожее на грушу. Вот так примерно. Коричневый с синим — верхний окрас птички. Розовый, синий, белый — теневая часть розового. Розовый в белый — световая часть. Синий с белым — световая часть синего окраса. Блик на самую светлую часть птички. Краешки вот так пальцем можно подобрать. Клювик тонкой кисточкой и лапки коричневым цветом вот так вот. Не спешите, делайте внимательно. Смешайте из всех цветов серый и теневая часть падающая. Теперь возьмите мягкую кисточку и посоединяйте все мазки между собой, создавая ощущение шерсти. На глаз блик и нижнее веко из серого. Далее тонкой кисточкой попрописывайте перышки. Друзья, кто знает название птички, напишите в комментарии. Я желаю вам творческих успехов. Пишите дома в любое время. До скорой встречи.